Всем привет! Давно у нас не было посылочек на канале у меня с Алиэкспресс. Вот одну же распечатал, а вторая — это будет интересно. Но это все в принципе относится к цветам, так скажем. Так, вот здесь мне прислали вместе с подарком подарочек. Я уже перевел, это семена салата какого-то. Посадим, увидим. Прислали мне мухоловку. Я решил ее заказать. Одним словом так, ни в Ютубе, нигде. Не, в Ютубе есть одно такое видео, что удалось вырастить, по-моему, одну или две штучки. Вернее, не вырастить, а проросла. Дальше видео нету. Вот. И остальные все отзывы плохие. Очень плохие. Вырастает что-то не то. Я нашел код от продавца. Как бы это магазинное, это самое. Упаковочка, да, заводская, точнее, извините. Вот, ну и вырастить, не знаю. Буду садить, попробую, и тогда уже что-нибудь скажу. Так, насколько она свежая, даты я не вижу. Есть вытеснена, но я не увижу ее здесь, вот здесь вытеснена. Ну, инструкция, как обычно. Так, а вот эта посылка намного интереснее. И смотрите, что у меня есть. Это мини-инструменты. Раз, раз. Даже QR-код есть, ух ты. Но я все равно читать не имею памяти. Ну вот так как-то. Так, смотрите, какие чудненькие инструментики. Для горшочков как раз то, что нужно. Я их как увидел, блин. Думаю, все, надо взять. Цена у них недорогая, я не помню точно, но очень, очень дешево, недорого. Эти части металлические, ручки, естественно, дерево. Правда, ручки, не знаю, вклеены, не вклеены, еще посмотрим. Не, просто запрессованы. Просто запрессованы. Ну, по крайней мере, не шершавые. Ничего такого в руку не вгоните, нормально. Здесь немножко какой-то ракнет, не страшно, это мелочи жизни. Ну вот, можно и покопать в горшочках. Можно и грабельками поработать. Вот такие чудненькие инструментики. Кстати, я цикламен пересаживал. Возможно, бы пригодились. Досыпать землю, грунт, в горшочек. Ну, классные. Мне понравилось. Так, что у них тут? Ну, вот. Чуть больше руки. Ну, как рука, да? Ну, удобно, я думаю. Думаю, удобно. Одним словом, мне понравилось. Металлическое, не пластмассовое. Хорошо. Так, где мы? Мухоловка. Вот такие сегодня посылочки. Кстати, плотное железо, не гнется. Это хорошо. Как будет работать, посмотрим. Но думаю, удобнее, наверное, будет, чем вечно ложку столовую ищу, еще что-нибудь. Вот, даже для рассады, да? Смотрите, узенькая такая, для мелкой рассады. Супер. Вот. Я сейчас распаковки в основном на другом канале. Но я на этот канал, наверное, тоже буду вылаживать. Просто как бы дублировать, да? Ну, посмотрим. Там пришло несколько посылок, я их пока туда скину. Ладно, будем прощаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока, пока-пока.